Что вы думаете об Активии питьевой и натуральной? Я каждый день пила Активию натуральную. Очень комфортно сейчас внутри. Я встаю с отличным настроением. Активия питьевая натуральная. А ты знаешь, откуда мука? Вот смотри, это колос, это поле, это едет комбайнер. Собирает он пшеницу, чтоб на мельницу везти. Там пшеницу перемелят, и получится мука. А дальше? А дальше ты уже сама. Мука – золотая меленка. Хозяйке в помощь, семье на радость. И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой. Всем привет! Это снова программа «Муж на кухне», передача, в которой мы всегда готовим простые, доступные и, конечно, очень вкусные блюда. Друзья, если бы вы знали, как я люблю осень. Знаете, не только за золотые листья, за вот эти вечерние прогулки прохладные и уютные, такие посиделки в кругу семьи, но и, знаете, за то, что наступает пора заготовок на зиму, и именно в эту пору кухня становится особым местом, центром квартиры, где происходит, ну, такое волшебство, где очень много вкусных запахов, ароматов, красивые банки, красивые овощи, все делается. И я предлагаю сегодняшнюю передачу посвятить именно этому заготовкам. Итак, сегодня мы с вами сделаем. Мы сделаем с вами закуску из баклажанов. Мы с вами сделаем сегодня хреновину. Понятно, что рецепт простейший, но есть некоторые такие нюансы, с которыми я хотел бы с вами поделиться. Я вам покажу, как хреновину хорошо хранить, чтобы она долго стояла. Также, естественно, нас ждет быстрый рецепт от агропромышленной компании «Мавр». Там сегодня очень интересные сосиски в тесте. Тоже непростой рецепт со своими нюансами. Давайте начнем. Пользователи социальных сетей знают и видели неоднократно в официальных группах «Муж на кухне» рецепт вяленых помидоров. Ну, для тех, кто еще этого не видел, я хочу его сегодня повторить, показать, что к чему, зачем их вялят, как это делают и тоже как хранят. Итак, давайте начнем. Помидоры можно использовать любые, как красивые, так и не очень. Но я взял для картинки, так скажем, такие более-менее. Смотрите, что с ними нужно сделать. Нужно освободить помидоры от сока и семечек. И чуть-чуть вот так размять. Я разрезал поперек и еще вот на такие дольки. И перекладываю эти заготовки на противень с пергаментом. Вот такие они у меня мясистые. Перегородочки можно не убирать, а вот попки я срезаю. Вообще, друзья, вяленые помидоры – это, конечно, такой продукт не массового производства, надо сказать. Все дело в том, что в самой технологии приготовления, что вялить помидоры приходится довольно-таки долго, если у вас, как у меня, обычная бытовая духовка. На это уходит много времени, до 5 часов вялятся помидоры, а еще самое главное, что уходит электроэнергия, конечно. Вот, поэтому продукт такой, можно сказать, деликатесный. Много сделать их не получится, потому что помидоры, естественно, увяливаются, и их получается не так много. Но зато, друзья, достав зимой баночку таких помидоров, вы легко сделаете любой вечер, ну, наверное, самым вкусным, потому что это прежде всего деликатес. Где-то в Италии это, конечно, в общем, такое повседневное блюдо, там, в общем-то, помидоры. Там с помидорами делают все, что угодно, в том числе и вялят. И делают это много и часто. Но у нас мода на вяленые помидоры пошла сравнительно недавно. И я один из тех людей, которые всячески пропагандируют этот способ приготовления помидоров. В том году помидоров было больше, конечно, чем в этом. Лето было дождливое. И в том году я вялил просто как конвейер. В этом году их намного меньше. Но я надеюсь, вы выберете для себя 2-3-4 килограмма помидоров, чтобы завялить. Вот смотрите, большие я разрезаю на дольки, а которые помидоры поменьше, их достаточно
разрезать напополам. Что касается вот этих вот остатков сока и семян, то, друзья, можете, долго, конечно, это храниться не будет, но можете использовать их в качестве добавки к пассеровке, когда готовите суп. Просто можно сейчас баночку перелить, а потом добавить пассеровку, когда обжариваете лук, морковь, и вот это вот вместо томатной пасты добавьте, пережатьте, и будет все нормально. То есть выбрасывать это не нужно. И еще нюанс. Лучше помидорки, конечно, вот подальше друг от друга, чтобы влага быстрее уходила. Ну вот, друзья, что у меня получилось. Теперь помидоры нужно посолить и посахарить. Смотрите, тут все очень просто. Подсолить нужно ровно столько, если бы вы, допустим, собирались сейчас эту помидорку съесть. Не больше и не меньше. Сильно засыпать соли не нужно, но вот так присыпать соль и сахар не только придадут вкус, более сделают его более ярким, но и вытянут лишнюю воду. Ну и также с сахаром. Сахар один к одному, столько же, сколько соли. Пусть помидорки будут сладковатые. И нужно именно на этом этапе, то есть с самого начала, нужен соль, сахар, чтобы они уже начали давать сок, чтобы соль и сахар растворились в этом соке, не было никаких вот этих вот крапин. Следующее, что мы сделаем, это порубим чеснок. Чеснок, конечно, лучше рубить ножом, а не пропускать через пресс, чтобы были вот такие прям кусочки. Нарубили и вот так сверху добавили. Вот, в общем-то, это уже вкусно. Уже, я думаю, вам понятно, что все логично и я на правильном пути. И еще, друзья, чеснок, конечно, лучше использовать не магазинный китайский, а, конечно, лучше использовать выращенный у нас здесь, у бабушек на рынке купить или свой, если есть. Потому что вот этот китайский, он после тепловой обработки становится какого-то зеленого и даже иногда синего какого-то цвета, что значительно портит внешний вид. Ну, вот и с чесноком закончил, мы идем дальше, а дальше у нас идут специи. Это, друзья, сушеный базилик. Тут тоже, собственно, понятно, что помидоры и базилик – это, в общем-то, такие нераздельные, в общем-то, два понятия. Базилика тоже жалеть не нужно. Тоже на каждую помидорку щедрую щепотку базилика. Это очень классное сочетание. Помидор, базилик и чеснок. Просто сногсшибательное, я бы даже сказал. А вторая специя – это орегано, друзья. Поскольку помидоры – это вяленые помидоры, это итальянское блюдо, то без орегано тут, в общем-то, тоже не обойдется. Орегано стоит недорого, порядка 16 рублей вот такая пачка. В любом супермаркете вы это найдете. Ну, а экзотическое название такое, тоже его не нужно бояться, что это на самом деле душица. Обыкновенная наша душица. Вот так присыпали. И вот и все, друзья. Вот мы, собственно, сделали одну партию вяленых помидоров. Теперь, собственно, как их вялить. Смотрите, я убираю в духовку. Температура в ней 90 градусов. И включена конвекция. Можно меньше сделать температуру, можно больше. Но вот исходя из моего опыта, все-таки 90 градусов это оптимально. Где-то порядка 4 часов потребуется, чтобы помидоры завялили. Но если вы являетесь счастливым обладателем так называемого суховея, да, сейчас вот продаются в магазинах специальные сушилки такие, то, конечно, это приспособление значительно сэкономит ваше время.
Там нужно читать инструкцию. Я ни разу не пользовался, не знаю. Но от людей, знающих, в общем, я в курсе, что это намного проще, намного быстрее и намного качественнее даже все получается. И экономия электроэнергии тоже, конечно, колоссальная. Ну, собственно, с помидорами все. Мы вернемся к ним через 4 часа. Предлагаю ненадолго прерваться, мне нужно подготовиться к следующей части нашей передачи. Обязательно дождитесь, там мы начнем делать закуску из баклажанов. Лучшие продукты – продукты, сделанные в родной республике. Уже более 25 лет агропромышленная компания «Мавр» ежедневно превращает самое свежее экологически чистое мясо из Хакасии в наши любимые колбасы, деликатесы, тушенку и полуфабрикаты. Идеальное сочетание отборного мяса, специй и многолетнего опыта – вот и весь секрет нашего успеха. Мы на «Мавре» с любовью создаем лучшие мясные продукты, кормим страну, которую любим. Вкуснотища! А ты же еще и подарки обещал! Не обещал, а гарантировал. За сметану бесплатная печать фотографий. А, например, за творог с молоком? Кулон. О, нашей маме подарю. Ха! Соображает птица. Да, больше подарков тому, кто больше продуктов Простоквашино ест. Регистрируйте коды с продуктов Простоквашино и получайте гарантированные подарки. Вкуснотища! Подарки от Простоквашино гарантированы каждому. А ты знаешь, откуда мука? Вот смотри, это колос, это поле, это едет комбайнер. Собирает он пшеницу, чтоб на мельницу везти. Там пшеницу перемелят, и получится мука. А дальше? А дальше ты уже сама. Мука – золотая меленка. Хозяйке в помощь, семье на радость. И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой. Это очень хорошо, что вы остаетесь с нашей передачей. Напоминаю, что сегодня мы занимаемся заготовками, и помидоры у нас уже стоят в духовке, завяливаются. А мы делаем сейчас закуску из баклажана. Смотрите, у меня на даче вот такие выросли. Баклажаны тоже не ахти. Надо сказать, что, конечно, дожди этим летом внесли свою такую отрицательную лепту в урожай. В прошлом году были лучше. Это какой-то сорт такой, то ли тайский, то ли китайский, не знаю. Но мне очень понравились. Вот они такие тоненькие и длинные. Они по своей структуре более такие плотные. И очень хорошо идут на приготовление всяческих закусок. Но, в принципе, если у вас баклажаны другого сорта, то есть такие большие, круглые, неважно, просто нарезка будет, ну вот, смотрите, примерно вот такая. То есть достаточно крупно нужно нарезать, чтобы баклажаны не успели развалиться при обжарке, сохранили свою форму. Здесь я уже включаю глубокую сковородку, чтобы баклажаны обжарить. И ее нужно нагреть достаточно хорошо. Наливаем растительное масло в сковородку, пусть оно нагревается. Вообще нам сегодня потребуется довольно много масла. Ну, собственно, вы это прекрасно сами понимаете, что когда речь идет о заготовках, то... Так, лук. Лук можно использовать любой. У меня вырос прекрасный такой красный лук. Он более сладкий. Мелко нарезать его не нужно, вот на такие перья. Ну и вот так его слегка разобрать, но не сильно, чтобы он был понятен, да, когда закуску вы начинаете есть. И чеснок тоже должен быть понятен, я его просто вот так раздавлю, чтобы он отдал все свои ароматы, но в то же время сохранил форму. Чеснока тоже нужно довольно много, потому что это закуска. Закуска – это всегда нечто такое яркое, ощутимое, ароматное, возбуждающее аппетит. Вот я думаю, вот столько будет достаточно. И поехали обжаривать. Сначала лук с чесноком. Таким образом, друзья, мы вот масло как бы ароматизируем, да, сейчас оно пропитается вот этими ароматами. Давайте я перееду на время сюда, чтобы быть поближе к сковороде. Также, ну это уже по желанию, нам потребуется какой-то сладкий перец. Я взял желтого цвета, чисто ради эстетики, чтобы было красиво.
перец нарежем, ну, такими соразмерными, с баклажанами кусочками. Самое главное, друзья, не дать чесноку сгореть. Чеснок горит стремительно, нельзя этого допускать. Вот, чуть-чуть ароматизировали масло и перекладываем овощи. И на этом этапе я все это дело подсолю довольно-таки щедро. Мне нужно, чтобы баклажаны дали сок. Дело в том, что больше никакой жидкости, за исключением помидоров, я добавлять не буду. Помидоры я нарежу вот такими дольками. Семена, естественно, с соком я оставлю. То есть это единственная жидкость, которая здесь будет присутствовать. Сок от помидоров и от баклажанов. Вот я за это как раз, друзья, и люблю. Вот это вот все. Осень, заготовки. За вот эту красоту, которая царит на кухне. Все, друзья, жарим до готовности и даже накрываем крышкой, чтобы они побыстрее это сделали. Ну, а сразу надо сказать, что баночки желательно заранее, конечно же, простерилизовать, чтобы они стояли уже простерилизованные и сухие. Вот, друзья, смотрите, значительно уварилось все. Теперь настало время для усилителей вкуса. Это, конечно же, сахар. И бальзамический уксус. Можно добавить обычный уксус, но я люблю вкус с интересом. Ну и мои любимые приправы, это, конечно, базилик. И, наверное, ограничимся базиликом. Перемешаем. Сейчас сока будет еще больше. И, собственно, в этом соке все у нас и будет закатано в банку. Снова накрываем крышкой. Протушились, сока еще больше. Добавляем томатную пасту. Здесь у меня зеленый базилик. Я добавлю его. Он в закуске будет делать эту закуску более такой интересной, веселой по цвету и по вкусу, и по запаху, разумеется. Ну вот, собственно, все ингредиенты у нас добавлены. Давайте еще раз вспомним, что я сюда положил. Значит, мы нарезали баклажаны, перец сладкий, помидоры, лук, чеснок. Все это дело обжарили, добавили соль, добавили сахар, сушеный базилик, свежий базилик и томатную пасту. И теперь снова накрываем, чтобы довести все это дело уже до готовности. Ну вот, друзья, прошу обратить внимание, что у нас получилось. Первое, что хочется отметить, это то, что баклажаны сохранили свою форму, и перец, ничего не раскисло, и даже лучок просматривается, и даже чесночок. Сейчас мы все перекладываем стерилизованную банку. Как вы понимаете, что в принципе и не требуется никакого здесь маринада, никакой жидкости. Все на собственном соку приготовилось. Слегка утрамбовываем. Утрамбовываем так, чтобы вышел воздух. Воздух – это враг. Враг всех консервов. Ну, а далее, друзья, смотрите. Здесь есть как бы два варианта. Можно еще раз простерилизовать, но банку в этом случае слишком крепко закрывать не нужно, просто так прикрыть и поставить в кастрюлю с кипящей водой, подержать, ну, около получаса проварить. Но я сегодня этого делать не буду, потому что я думаю, что до зимы вот эта красота у меня не достоит. Ну, а вообще, в принципе, вот такие консервы, где мало жидкости, воды мы вообще не добавляли, воздуха там нет, это все горячее в банку попало. Такие консервы, ну, вот в прошлом году я делал, в принципе, они, еще баночка у меня в холодильнике стоит, так что, в принципе, волноваться не стоит. Первая красота готова, но нас еще ждет хреновина, наша любимая. Это будет в третьей части нашей передачи, а сейчас быстрый рецепт от Мавра. Там интересные сосиски в тесте. Интересны они тем, что мы будем делать их по образу и подобию, так как это делают немецкие брецели. Смотрим.
Чтобы приготовить сосиски в тесте немецким способом, нам потребуются сосиски «Великан» от «Мавра» и дрожжевое пирожковое тесто. Для начала тесто нужно разделить на порционные части. С 1 кг получится примерно 10 кусочков. Сосиски освободить от оболочки. Каждый кусочек теста раскатываем в длину и заворачиваем в него сосиску. Затем нужно руками равномерно раскатать и распределить равномерно тесто и защипнуть края. Проделываем эту операцию со всеми сосисками. А далее самое интересное. В широкую кастрюлю или сковороду налить воды и довести ее до кипения. Затем добавить обычную пищевую соду. На 1 литр воды 1 столовая ложка. И сейчас сосиски необходимо заварить в содовом растворе. Этот прием практикуют, когда готовят специальный немецкий калач брейцель. Ну и наши отечественные публики делают таким же способом. Держать в растворе нужно около минуты, не более. Затем выложить сосиски на противень, застеленный пергаментом. Пока сосиски мокрые, их нужно посыпать маком или кунжутом. Кстати, можно еще посыпать крупной солью. А далее выпекаем все в духовке при температуре 200 градусов около 20 минут. Такой способ приготовления делает выпечку хрустящей и с красивой корочкой. А еще такие сосиски в тесте, конечно, не назовешь полезным блюдом, но по сравнению с сосисками в кляре – менее вредным. Подаем с любым острым соусом. Лучшие продукты – продукты, сделанные в родной республике. Уже более 25 лет агропромышленная компания «Мавр» ежедневно превращает самое свежее экологически чистое мясо из Хакасии в наши любимые колбасы, деликатесы, тушенку и полуфабрикаты. Идеальное сочетание отборного мяса, специй и многолетнего опыта – вот и весь секрет нашего успеха. Мы на «Мавре» с любовью создаем лучшие мясные продукты, кормим страну, которую любим. А ты знаешь, откуда мука? Вот смотри, это колос, это поле, это едет комбайнер, собирает он пшеницу, чтоб на мельницу везти. Там пшеницу перемелят, и получится мука. А дальше? А дальше ты уже сама. Мука – золотая меленка, хозяйке в помощь, семье на радость. И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой. Что вы думаете об активе питьевой натуральной? Я каждый день пила «Активию» натуральную. Очень комфортно сейчас внутри. Я встаю с отличным настроением. «Активия» питьевая натуральная. Ну что, друзья, давайте продолжим. Надеюсь, вам рецепт таких сосисок в тесте понравился. По мне так, это идеально. Напомню, что немецкий брецель – это такой специальный хлеб, который подается в немецких пивных. Так, ну, мы возвращаемся к заготовкам на зиму. Мы уже сделали закуску из баклажанов. Помидоры у нас вялятся, и я вам обещал хреновину. Ну, хреновину, друзья, это, конечно же, элементарная вещь. Все вы прекрасно знаете, как ее готовить. Но, знаете, все-таки я возьму в передачу сегодня этот рецепт, потому что мне вам все-таки есть что сказать. Помидоры. Конечно, на хреновину нужно пускать не такие помидоры хорошие. Туда идет, так скажем, весь... не ликвид. Лично я делаю это следующим образом. Нарезаю на кусочки поменьше помидоры. Естественно, в хреновину идет чеснок. Слегка его порублю, чтобы он лучше размололся. Вот, собственно, чеснока мы добавляем много, целую головку. Здесь у меня получится, наверное, где-то литра полтора. И третье, друзья. Хреновина, это понятно, что хрен. Я как-то делал раньше с хреном, с таким садовым, то есть выкапывал на даче, и получался такой продукт, что просто искры из глаз. Хрен очень трудно регулировать, потому что он тоже бывает разный по остроте. Я пришел к тому, что хорошо использовать вот просто магазинный хрен в тюбиках. Но только берите не сливочный хрен, а просто хрен. Хрен столовый. Один тюбик на литр примерно нам потребуется. Просто так удобнее, понимаете? Не нужно долго стоять с этим хреном, его чистить, потом его перемалывать, слезы ручьем. Понятно, что микробы убиваются, но, в общем-то, это неприятно. А теперь пробьем блендером. Очень многие делают это в мясорубке, да, пропускают. Это тоже хорошо. А мне нравится, когда получается полностью однородная масса.
без зернышек, а просто такой, как густой соус. Блендером тоже можно регулировать консистенцию, да, так, сделать так, чтобы остались такие вот кусочки. Сейчас, когда мы разбили все помидоры, нужно довести до вкуса. Для начала я кладу столовую ложку соли и столовую ложку сахара. То есть, смотрите, здесь у меня 2 литра, оказывается, где-то получается, потому что кастрюля трехлитровая. Получается, что на каждый литр по ложке соли и по ложке сахара. Ну вот и все. Просто блендером, друзья, быстрее как-то, знаете, сподручнее все это делать. У мясорубки надо долго стоять, еще не дай бог. Мясорубка ручная, это вообще мрак. Вот. А так, буквально 2 минуты, и хреновина готова. Пробуем на вкус. Отлично. А вот сейчас, друзья, мы подошли к самому, наверное, важному, да, собственно, ради чего это все затеял. Это хранение хреновины. Многие наверняка сталкивались с такой проблемой, что когда мы просто хреновину переливаем в банки, она через некоторое время расслаивается, она может загулять, закиснуть и, в общем-то, испортится и становится непригодным для приема в пищу. И мне тут подсказали замечательный способ хранения хреновины, который не требует вообще никаких усилий, друзья. И, да и вообще, зачем тратить банки драгоценные, да, сейчас осенью? Поэтому мы берем обычную пластиковую бутылку, которую вы можете купить в любом магазине шаговой доступности. Берем воронку и переливаем хреновину в нее. Наливаем не до конца, оставляем вот так немножко места. Теперь бутылку плотно закрываем. Ну и, наверное, можете догадаться, что мы делаем с этим дальше. Мы отправляем хреновину просто в морозилку. И я вам хочу сказать, что я такое практикую уже 2-й год, такой способ хранения. У меня ничего не портится, ничего не расслаивается. Оно просто замерзает. И самое главное, друзья, что хреновина после заморозки становится еще ароматнее и еще вкуснее. Я очень рекомендую вам это самим проверить. В морозилку. А теперь, друзья, мы переходим к вяленым помидорам. Вот, собственно, такие они должны получиться, уменьшиться в несколько раз. Но все-таки они не должны стать похожими на чипсы, а вот просто такие очень подвяленные. Дальше нюанс. Теперь их нужно разложить по банкам. Я рекомендую банки брать как можно такие поменьше. Из такого принципа, что открыл и съел. Понимаете? Потому что будете залазить туда ложкой, если банка большая, то туда уже бактерии будут попадать, это все долго храниться не будет. И еще, самое главное, вот немножко проложили и подлили растительного масла, так, чтобы помидоры полностью были покрыты маслом. Ну и, разумеется, их хорошо вот так нужно утрамбовывать. Утрамбовали и подлили масло сверху так, чтобы оно полностью покрыло все помидоры. Объясняю почему. Смотрите, пока помидоры находятся под слоем масла, ничего туда не попадет, и они будут прекрасно храниться. Не нужно ничего прогревать, не нужно. Главное, чтобы банки были чистыми, и все это будет храниться долго. У меня помидоры хранятся, ну, пока не съешь, так скажем. Просто закрываем плотно, и все. Но здесь еще может стать другой вопрос, что слишком много масла уходит на то, чтобы консервировать вяленые помидоры. Я с вами полностью согласен. Но, друзья, масло это не пропадет. Масло это пропитается вот этими всеми ароматами. Чесночком, орегано, базиликом, помидорами. Оно немножко изменит цвет, станет более темное. Вот здесь вот я достал помидоры, можете уже наблюдать это. И масло такое, им очень хорошо, его очень хорошо использовать для заправки салатов. Это просто волшебно, друзья. Это уже готовая заправка для салатов. И вот зимой съели помидоры, а масло отправили в салат. Ну а как эти помидоры можно есть, вы сможете посмотреть
в интернете, в официальных группах нашей передачи. Она так называется «Муж на кухне» и есть практически во всех существующих социальных сетях, в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. Кроме того, друзья, вы сможете там найти короткие рецепты, видеорецепты, где очень лаконично показываю то, что я готовлю у себя дома. Так что добавляйтесь в группу «Муж на кухне», подписывайтесь, смотрите рецепты, и самое главное, что мы там сможем с вами общаться и можем сделать это прямо сейчас, после завершения этой передачи. Ну, я с вами прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, пока! Откуда мука? Вот смотри, это колос, это поле, это едет комбайнер, собирает он пшеницу, чтоб на мельницу везти. Там пшеницу перемелят, и получится мука. А дальше? А дальше ты уже сама. Мука – золотая меленка, хозяйке в помощь, семье на радость. И это ты все сама? С тобой и золотой меленкой. Вкуснотища! А ты же еще и подарки обещал! Не обещал, а гарантировал. За сметану бесплатная печать фотографий. А, например, за творог с молоком? Кулон. О, нашей маме подарю. Ха! Соображает птица. Да, больше подарков тому, кто больше продуктов Простоквашино ест. Регистрируйте коды с продуктов Простоквашино и получайте гарантированные подарки. Вкуснотища! Подарки от Простоквашино гарантированы каждому.